Софины чок, привет! Селфи-дрючок. Селфи-дрючок, привет! Всем привет, друзья! Наконец-то руки дошли до своей домашней стройки. Как видите, у меня за спиной я уже часть стены утеплил. Начал я еще на прошлой неделе, на прошлых выходных. Здесь я кусок стены утеплил. Вот осталось еще кусочек. Сейчас я доклею здесь пенопласт. Честно сказать, у меня стоял вопрос либо штукатурить, либо поклеить пенопласт. Как видите, я использую 3-сантиметровый пенопласт. Цель у меня не утеплить, а больше как защитить шлакоблок от погодных условий. Поэтому я решил не штукатурить, а поклеить пенопласт, троечку. Клей для приклеивания пенопласта. Вот такой вот Анцерглоб BCX-39. А армировать буду уже 40-м. В принципе, здесь ничего сложного. Наношу клей на стену гребенчатым шпателем. Перед этим, что я сделал? Я все наплывы позбивал на стене, чтобы они не мешали. Прогрунтовал. Ну что, приступаю. Так как у меня стены ровненькие, кладочку сам делал, старался все сделать идеально. Буду клеить пенопласт чисто под гребеночку. Леску тоже не буду натягивать, так как у меня цоколь тоже идет по уровню. Так, использую гребенчатый шпатель 10 миллиметров, ну и обычный шпатель. Можно вот такую кельмочку, кому как удобно. Клей вот такой вот консистенции. В общем, чтобы клей был не густой. Сначала вот так вот наношу. Так, теперь гребенчатым. Так, вот и все, вот так вот. А забыл я про вилочку взять, либо уровень. Все, все стоит четко. Так, все, следующий рядок. Начну вот с кусочка, то есть сделаю перевязку. Вот как тут видно,
как кирпичная кладка. Буду делать перевязочку. Так, ну что, будем работать? Видишь, яйк? Как я высоко. Я сама залезла. Видишь, как папа делает? Это не техника дошла, я сама сюда дошла на лыжах, да? На лыжах. Видела такой мультик? Какой? Простоквашино. Нет. Да ладно. Я не видела. Да конечно, ты, наверное, все уже видела. И я хочу. Это дурочка. И я хочу. Помазать хочешь? Да. Да. Вот так вот бери двумя ручками. Ой, почти получилось, котик. Ой, упала. Упала. Я тоже хочу. Быстро поднятое не считается упавшим. Скажи. Я тоже хочу. А, доча? Я каяна меня ездила и рулила на машине. Папа давал тебе рулить на машине? Смотри. Это тыпки. Переворачиваю. И вот этим гребенчатым шпателем сейчас буду делать борозды вот такие. Раз. Раз. А зачем, пап? Зачем? Ну, теперь пенопласт буду приклеивать. Распределиться равномерно вот этот слой. Почему пенопласт такой мягкий? Я. Давай, давай, давай вот так вот. Вот этот кусочек. Вот этот кусочек, пап. А вот этот кусочек куда? Вот этот, пап. Доченька, пусть сейчас мы большой туда поклеим. Ярослав, провилочку мне. Вот такой. Вот, доча, что такое провила? Ты знаешь? Нет. А что? Научи. Такая железная палка длинная. Да, знаю. Алюминиевая. Знаю. А ну, что это? Вот умница. Вот видно, что строитель, да? Давай. А Ярослав не бельмес, скажи. А. Так. А чем это нужно, папа? Вот так вот мы раз-раз-раз подстукаем. А вот тут вот у меня какая-то проблемочка. Будем потом выравнивать клеем. Вот это проблемочка? А не, ну да, там чуть-чуть. Так, на грибочек намотал вот такую вот полоску от профнастила. Сделаю по тайчике, чтобы потом грибок прятался. Может, это и ни к чему, но и будет, чтобы он не выпирал. Думаю, на 5 штук будет достаточно. Лист на 5 грибков, это более чем достаточно. В целях экономии можно было бы просверлить вот тут вот на стыках. В общем, сейчас я везде сделаю по тайчике, ну и потом перфоратором просверлю. Высоко будет. Давай, давай вот здесь посередине. Я... Ну. Ну, дави, дави. На тебе вот пакетик. Спасибо. На тебе вот такие штучки. На. Вот тебе вот эти штучки. И вставляй вот сюда вот в отверстие вот так вот. Поняла? Вот
Так, вот. Все. То подобьем потом этим. Давай, давай, зая. Вот там внизу, ну где просверлил папа, вставляй. Вот так, умница. На, вот тебе пакетик. И вставляй. Хорошо? Умница. Она помогала, папе. Теперь смотри, зай. Иди сюда. На тебе гвоздики. И теперь вот так вот вставляй гвоздики вот сюда, в дырочки. Хорошо? Угу. Вот так вставляй, да, и папа потом их... Молотить будешь? Не, молоточком потом забью. Хорошо? Угу. Вставляй везде, где достаешь. Ну, смотри, как я хорошо достану. Молодец, умница, ты же стараешься. Мася! Вон твоя подружайка пришла. Мы сегодня показали, как мы утепляем, угу. Да? А что надо зрителям сказать? Всем пока, ставьте лайки. И что еще? Что еще? И подписывайтесь. И подписывайтесь на наш канал. Спасибо. И следующий этап у нас потом будет армировка. Будем армировать пенопласт. Говори, как я. Можно я тебе скажу? Давай. Давайте. Всем пока, ставьте лайки. А лайки как ставить? Смотри, всем пока, ставьте лайки вот так.